Всем очередной шалом, переможцам и побежденным. Как там у вас? Все по плану, я надеюсь. Кстати, напишите, когда референдум в Белгородской Народной Республике. Ой, в Белгородской области, в общем. Когда будем создавать БНР? Напишите. Хотя сейчас актуальная интересная рубрика, а что там у... Тяжело подобрать слово, столько слов сразу в голове нецензурных появляется. Ну, короче, что там у тех, у кого величие есть или было, или будет, не знаю. Но, несмотря на это, я расскажу, что тут в Европе. Как видите, вымерзаем, продолжаем вымерзать, загнивать. Сегодня у нас 5 января, классная погода традиционно. Вот, и сегодня начинаю показывать и рассказывать о недвижимости Вены. О недвижимости Вены, а именно квартиры, что, почем. Квартиры будут все новые, новострои прошлого или этого года постройки. Поэтому, кому интересно, смотрите. Кому не интересно, смотрите и ставьте дизлайки. Я буду знать, с какой вы стороны смотрите и кто вы вообще есть. И мне будет приятно, что вас подгорает. Вот так. Поэтому сегодня первая квартира. Смотрим, что и как. Итак, приехали мы почти к дому, где квартиру эту будем смотреть. Квартира 50 квадратных метров. Двухкомнатная считается, но кухня в комнате. То есть кухня... получается жилая кухня, как здесь называется, и спальня, но считается двушка с балконом, и, как пишется, готова к заселению. Сейчас мы посмотрим, насколько здесь застройщики готовят ее к заселению, что там есть и так дальше. По идее, должна быть кухня полностью оборудована, туалет полностью оборудован, вода, свет и все остальное, окна, двери, естественно. Сейчас будем смотреть, что и как. Находится она в 11 районе. От квартиры тут ближайшая остановка — это трамвайная остановка, метро чуть дальше, но есть трамваи, автобусы, можно добираться, то есть не где-то далеко и глубоко. Вот так выглядит дом с улицы. Еще не закончил здесь даже вот убирать столбики с газона. Еще один дом, там еще один. Вот такие новые дома 23-го года постройки. Тиры с двориком, там с балкончиками, люди уже сняли, живут. Вот такие тут 6 домов. Тут у нас все новенькое, вот такие коридорчики, вот такой лифт новый. Вот такая квартира, вот вход, вот тут вход. Получается ламинат новенький, как видите. Тут у нас идет унитазик с умывальничком. Тут у нас вот такая шикарнейшая ванная комната, батарея, ванная, раковина, подключение к стиралке. Все готово, розетки, все есть, электричество есть. Еще одна комната. Вот, пожалуйста, вот такая спальня. Вот такого плана спаленка. С окошком. Окошко выходит во двор. И тут вот такой получается жилая кухня. Вот кухня, все готово. Холодильник, плита, духовка, посудомойка, замуси. Ну, вам не хухры-мухры. И вода подключена. Резетки, все функционирует. Но вот такая комната жилая. И балкон. Смотрим подвал. Значит, вот тут спустились вниз. Это для велосипедов. Сейчас откроется. Там, видать, автомобили. И тут, наверное, для детских колясок. Сейчас посмотрим. Вот такой подвал. Такой подвал. Разделен. Ага, вот такая комната для вас. Вот комната для детских колясок. Да. Вот такая вот квартирка на 50 квадратных метров. Выходишь из дома, получается, вот подъезд,
Вот уже трамвай, сразу. Далеко ходить не надо. То есть не где-то далеко. Да, стоит она 730 евро. Это арендная сумма, сумма аренды. И если за все заплатить, там отопление и так дальше, вода и тому подобное, получится где-то 850 евро. Как-то так. Так что вот такая квартира, в общем, стоит 850 евро. Все есть, да, подвал небольшой, для детских колясок тоже места немного, но, может, не будет много детей. Но люди заселяются, вот после нас пошли уже смотреть. Ну, вот так как. Тут ездит два трамвая, 71 и 11, прямо возле дома. Вот так вот. Загнивает, загнивающий запад. Да, кстати, и комиссии никакой нету. То есть вы снимаете жилье, вы не платите никакую комиссию. Платите только залоговую стоимость, это 3 месячных нормы аренды и саму аренду. Все. Вот это все, что вы платите. Никакой комиссии. Комиссию этому риэлтору будет платить хозяин жилья. Хозяин жилья – это банк Австрии. Данного жилья, которое мы смотрели. На сегодня все. Слава Украине! Ам Израиль хай! Всем пока!